Всем привет, YouTube, привет. Значит, это видео ответ на вопрос. Есть у меня тут товарищ из Македонии, Цаки Бурчевский. Он мне пишет: я хочу сделать заказ на Алиэкспресс и так далее. То есть помочь, просит выбор сделать грибков. И вот тут показывает разные кучу ссылок и какие комплекты, сколько стоят, ну и так далее. Спрашивает, что лучше выбрать. Значит, пояснить хочу, что человек начинающий, только начинает заниматься этим, как бы занимается, ну, не постоянно, он учится в институте или в колледже, не знаю, но не в этом дело. То есть человек занимается для себя в качестве любителя, поэтому переместимся вот сюда. Вот как бы грибки, которыми я работаю, это основные. Ну, основные, это громко сказано, просто мне хотелось иметь все, что есть в продаже, и как бы от разных фирм. Поначалу же всем кажется, вот я куплю какой-то волшебный крючок, и у меня все вмятины начнутся получаться. Или какой-то волшебный девайс, которых очень много. Там какую-нибудь приблуду модную, которая все сама будет за тебя делать. Сразу скажу, ребят, все это ерунда. Никто за вас ничего делать не будет. Никакой волшебный прибор за вас не будет работать. Вот, мини-лифтер такой, мини-лифтер сякой, а какой лучше? Да просто у меня сначала появился вот такой, потом появился вот такой. Ну, вот этим китайским, я скажу, я работаю гораздо больше. Он мне как-то более по нраву, и он более легкий, более устойчивый. Вот этот немецкий, нюслевский, ну, скажем так, мне он нравится меньше. Вот, вот тоже приблуды в комплекте с грибками покупались. Честно сказать, ну раз или два я ей пользовался за все это время. Ее видно, она новая, нарядная лежит. Но зато есть. Вот круто, что есть. А так, на самом деле, разобраться, ничего тут крутого нет в этом. Да, вот этой вещью я пользуюсь часто. Вот. Это я купил в комплекте к вот таким вот грибам. Но о них речь пойдет позже. Я их храню отдельно, поскольку размер большой. Так вот о грибах. Я хочу сказать, что, ребята, тем, кто начинает, не стремитесь покупать это все. Вот. Самое главное, основное, это вот такие вот грибочки. Я ими работаю чаще всего и больше. Вот такого диаметра, самого маленького, это градовые. В чем их, как говорится, кайф, что они, вот, они магнитятся. Вот, допустим, вы отстреливаете пистолетом, он полетел, вниз упал. Вот. Ну и также и вот эти вот с магнитиками внутри. Вот. Вот это все основное. Вот еще есть маленькие, которыми я пользуюсь. У них даже как бы там, куда мы клеем мажем, диаметр даже меньше, чем основание, за что дергаем. То есть вот они, основные грибы. Вот, это первое, чем я пользуюсь. Дальше. Второе, это вот такие грибки. Вот, их можно тут подрезать по длине. Вот тоже как бы основные грибы. И потом уже пошло. Вот, немножко я пользуюсь такими, это так называемые делители, ну, довольно редко. Вот. А все остальное, это как бы вариации на тему там чего-то. Вот, я купил тоже в свое время вот такие грибочки, они называются Атлас. Вот, комплектик купил. Ну что, пользуюсь. Вот, как бы, это вот дергать конты. Вот, вот это чистый Китай. Вот, довольно дешевый. Ну, все это можно купить, но честно сказать, чтобы вот прям тут волшебные эти грибы были. То есть основное это вот, вот такие размеры, градовые маленькие, там 8, 9, 10 миллиметров. Вот, вот такие для рубцов потянутых. Тут вот некоторые я брал, надо было мне, даже вот такие из них делал, обрезал. Вот это тоже вот Китай. Так что в основном не тянитесь. Вот это силовые тоже атласовские.
довольно-таки редко ими я пользуюсь, довольно редко. Так что поначалу, особенно если вы не знаете, вполне возможно, что вы можете попробовать и бросить. Чтобы потом не жалеть о потерянных денежках, не стоит все это покупать великолепие и разнообразие, ну, поверьте, как бы, ну, в принципе-то, конечно, хорошо это все иметь, но необходимости такой в этом нет. То есть, вот грибы, вот они, грибки, вот они, и грибки, вот они. Вот, вот такие грибочки. Вот тут уже сборная солянка у меня, кое-где поперепуталась. Вот, вот такие вот грибы. Все, вот это основное, вот, раз, два и три. Все остальное, ну, еще вот эти вот можно, делители тут. Есть разновидности треугольные, есть четырехугольные. Ну, в принципе, хватит, вот, один-два можно вот таких купить. Небольшого размера, вот они, 15 на 15 миллиметров. И все. А остальное, это уже вариации на пройденные темы. Вот, все эти грибочки, как бы, они хороши, если ими уметь пользоваться. А для начала я вам скажу, вот, купить раз, два, три, и этого вполне достаточно. Ну, еще сейчас покажу грибы, которые чуть большенького размера. Открыл я волшебную коробочку, и вот они, грибы-великаны. Вот такого вот варианта. Тоже хотелось, вот купил я. Ну, честно сказать, что хорошие грибы. Вот это такие же овалы, как и вот эти грибочки. В принципе, вот какая разница между вот этим грибочком и вот этим. И рисунок такой же, и все. Просто он усиленный. И его можно вот более сильно дернуть. Ну, зачем? Сдуру ведь сломать можно и эти. Вот. А в принципе, они вот повторяют то, что у меня было, единственная площадь захвата больше. Ну, поверьте, надо научиться правильно читать вмятину, залом там или рубец, неважно, что у вас попало. Правильно распределять металл, ослаблять его, чтобы потом он легко выходил туда, куда вам нужно. Вот. И к этим грибам я еще придумал вот небольшую приблудочку для удержания. Это когда большие плоскости делать. Вот она. Она даже, можно сказать, что сделана была на коленке. Вот я сейчас покажу. Довольно неплохо себя зарекомендовала, когда я брал вот сюда. Ну, любой можно. Дело в том, что я, в принципе, пользовался вот такими большими. Они выкручиваются здесь. И вкручивается вот такая штука. То есть, вот эти прорези для того, чтобы дергать их так. А вот эти винтики для того, чтобы дергаться вот таким образом, ну, обратным молотком. Я придумал вот так. Ставлю на какую-то вмятину большую, объемную. Тут все-таки где-то у меня 30. Вот высота где-то 15 и длина 30. Перемещаю вот эту каретку, куда мне надо. Вот. И потихоньку делаю натяг. Поднатянул и осаживаю вокруг, чтобы плоскость потихоньку выходила туда, куда надо. Ну, это вообще примитивный, как говорится, инструмент, сделанный на коленке, но тем не менее он работает и выручает. Вот. Вот такая мысль пришла в голову сделать. Вот, видите, здесь просто-напросто двумя саморезиками по дереву крепишь там, где тебе надо, и в лампе на просвет можно работать. Вот так. В итоге, так сказать, резюме. Иметь грибы — это, конечно, хорошо. Иметь много инструмента — хорошо. Но надо научиться работать. А чтобы научиться работать, надо просто-напросто тем, кто начинает. Это видео для тех, кто начинает. Вот для тебя, в частности, Цаки. Вот. Когда начинаешь, вполне хватит вот таких вот штучки три таких и штучки три таких. Все остальное, как бы, надо научиться работать вот этими азами, то есть практически надо научиться работать вот такими вот грибками,
понять, вот, как это работает. А потом можно покупать каких угодно фасонов, размеров, учиться ими работать. Но как только вы поймете принцип работы вот этими грибками и вот этими вот три как бы разных конфигурации, вот, остальное для вас не составит труда. Вот. И как бы мое резюме, так сказать, мой совет. Ребят, не тратьте деньги, особенно тех, кто хочет начать попробовать свои силы. Потом, если что, вдруг вы бросить захотите, потом вы никуда это не денете, никому не продадите. Поверьте, это товар как бы эксклюзивный, и он никому нафиг не нужен. Вот. Кроме тех, кто этим занимается. А кто занимается, в принципе, занимается серьезно, у них все уже это есть. Поэтому, ну вот, делайте выводы, и не надо покупать все подряд, лишь бы был ассортимент. А потом накуплю грибов волшебных, и они сами начнут делать вмятины. Не начнут. Сразу говорю, не начнут. Этому надо учиться либо где-то за денежку, либо учиться самому долго и упорно. Когда придет понимание, тогда есть смысл что-то выбирать и покупать. Ну вот я думаю, что я ответил на вопрос. Если что, пишите, задавайте вопросы, постараюсь на них ответить.